make the storm in the sky. Всем привет! Я только что вернулась с пляжа, где я снимала для вас новые образы, но не в купальниках, а на тему, что надеть на пляж. На побережье у нас уже значительно так потеплело, это значит, что лето уже все вступает в полную силу, и мы все скоро отправимся на пляж и поедем в отпуска. Я надеюсь, что вас тоже такая приятная участь коснется, поэтому сегодня я решила поговорить о том, в чем же лучше дойти до пляжа. Видео про купальники, какие купальники выбирать, я уже снимала. Если вы его еще не смотрели, ссылочка на него будет вот здесь, и еще я продублирую ее в инфобоксе. Там я рассказываю о том, как подобрать себе купальник, соответственно, своему типу фигуры. А сегодня мы поговорим о том, что надеть на купальник. Почему я решила взяться за эту тему? Девочки, вы знаете, вот если честно, я никогда не любила, но сейчас мое терпение просто вот зашкаливает, потому что я не могу больше видеть по дороге на пляж парео, туники, платки и прочую какую-то, не знаю, продукцию легенькой промышленности, которая напоминает просто какие-то кочевые племена. Почему мы все так странно одеваемся на пляж? Почему, если мы идем загорать, то обязательно поверх купальника нужно что-то на себя намотать, либо надеть какое-то платье-сарафан, которое больше напоминает какую-то домашнюю одежду, или маленькую девочку из детского сада, или же нужно на себя надеть джинсовые шорты, которые очень плотно облегают ягодицы, и какую-то смешную майку. Почему, когда мы одеваемся на пляж, мы выглядим так странно? Я против этого. Сегодня хочу поделиться с вами своими идеями о том, что же такого надеть на пляж, чтобы было и удобно, и быстро раздеться и одеться, и в то же время, чтобы вы не выглядели как королева красоты, она по 86. Конечно же, пляжи бывают разные. Бывает, что вы приехали, например, в отель, и у него есть свой песчаный пляж, куда вы просто идете, то есть вам не нужно выходить на улицу, вам не нужно переходить дорогу, в общем, одевать какую-то городскую одежду, а вы просто можете, ну, грубо говоря, в плавках дойти до моря. Это один вид пляжей. Другой вид пляжей — это городские, когда нам необходимо пройти по городу, прежде чем мы окажемся в зоне, где, в общем-то, можно окончательно раздеться. В обоих этих случаях, независимо от того, у вас какой-то шикарный элитный отель, или это, наоборот, простой отель, где всем все равно, как вы одеты, или, может быть, это вообще какой-то городской пляж, где, в общем-то, нет никаких правил, во всех этих случаях я не рекомендую вам выбирать парео, тунику и шорты. Джинсовые шорты. Если все-таки без шорт обойтись вы ну никак не можете, то я бы очень рекомендовала джинсовые шорты заменить на шорты более свободного кроя. Во-первых, джинсовые шорты, они всегда дают такую, знаете, мощную пятую точку. Не всегда это правильно. Я понимаю, что есть определенный тип девушек, которым принципиально важно, чтобы это место было обтянуто и чтобы сзади видна была ягодичная складка. Тут, конечно, вопрос только в том, какие цели на пляже вы преследуете. Поэтому, если нет цели каких-то специальных знакомств, а вы просто хотите со своей семьей побыть на пляже, замените джинсовые шорты на шорты чуть более свободного кроя. Вы увидите, как совсем иначе будут выглядеть ваши бедра. Плюс такие шорты можно в вечернее время очень легко трансформировать в какой-то образ для, например, летнего кафе, надев босоножки и какой-то более вечерний топ. А вот в качестве верха, к шортам, к юбкам, в общем, ко всему, что вы выбираете для пляжа, я бы всегда рекомендовала выбирать не футболки, не трикотажные футболки, а верха, которые сделаны из ткани. Во-первых, в трикотажных футболках, вообще в трикотаже на жаре на самом деле не очень комфортно, потому что эта ткань достаточно плотная, в ней жарко. Вот если вы выбираете не трикотаж, а ткань, то ветер свободно гуляет, вам хорошо, спокойно. И кроме того, ткань, она дает некоторую свободу, что тоже хорошо в смысле коррекции фигуры, то есть некоторые лишние сантиметры, которые, возможно, в отпуске вы наедите, будут скрыты под этой тканью. Ну, шорты и майка — это, наверное, самое такое популярное из того, что мы выбираем на пляж. А под номером 2 мы выбираем какие-то платья. Как правило, это платья не длинные, для того, чтобы ноги оставались открытыми, продолжали загорать еще по дороге на пляж. Так вот, моя версия платья на пляж — это платье-рубашка. Вот типа такого, как есть у меня. Вот такой вариант платья-рубашки. Оно на самом деле может быть у вас абсолютно разным. Может быть джинсовым, может быть хлопковым.
Выбирайте, главное, натуральные ткани, потому что для лета и для жары синтетика, к сожалению, совсем не подойдет, потому что в ней будет очень неприятно. Почему платье-рубашка? Потому что платье-рубашка – это такая вещь, которая легко снимается и легко одевается. Кроме того, если вы молодая мама, то выбираете платье-рубашку не на пуговицы, как у меня, а на кнопках, и тогда брюки легко превращаются в элегантные шорты. Ну, мы же понимаем, да, что нам нужно быстро раздеться и также быстро одеться, поэтому на кнопках, конечно, гораздо удобнее. Платье-рубашка – это отличная альтернатива, например, какому-то платью в цветочек. Оно не такое уже инфантильное, не такое девочковое, оно нормальное женское платье. И для меня платье-рубашка – это еще отличная альтернатива, например, полосатому сарафану или полосатому платью. Конечно, мы все с вами любим полоски, я это знаю, но с моей точки зрения вот этот вот морской стиль, он уже немножко подустал, поэтому хочется чего-то нового, и платье-рубашка в этом смысле более классное, более динамичное, более прогрессивное решение. Больше того, платье-рубашка тоже так же очень легко превращается в какой-то вечерний вариант, если вам, например, после пляжа захотелось остаться на ранний ужин в кафе, или, может быть, вы собрались отправиться на прогулку, и вы можете просто с этим же платьем-рубашкой надеть какие-то джинсы, может быть, рваные, или какие-то брюки, и таким образом у вас будет, ну, просто удлиненная рубашка. То есть платье однозначно будет работать в отпуске и не будет просто так лежать в чемодане. Следующее супер-классное решение, на мой взгляд, это комбинезон. Причем, знаете, комбинезоны бывают разные, бывают такие на тонких бретелях, похожие на домашние. Я вот такие не рекомендую брать, потому что вы будете как в халате. А вот лучше выбирать такой комбинезон, опять же, не трикотажный, а тканевый. Мне вот этот очень понравился, это манго. У него закрытое плечо, что я считаю очень важно. Иногда, уходя с пляжа, вы чувствуете, что плечи немного подгорели. Когда плечо закрыто, это здорово, оно защитит немножко подгоревшие плечи от солнца. И плюс он такой очень свободный. На самом деле такой комбинезон продается в отделе совершенно обычном. Сначала даже непонятно, как его носить, потому что вот здесь вот, вот в этой части будет выглядывать белье. Так вот, если у нас там с вами внизу надет купальник, то, в общем-то, вопросов нет, и это идеальный вариант для пляжа. Тоже так же легко надевается, легко снимается, а значит, вы сможете быстро переодеться и прибежать и убежать на пляж. Вообще, я не рекомендую выбирать одежду для пляжа в каких-то специализированных магазинах. В магазинах домашней одежды или в магазинах пляжной одежды. Выбирайте в обычных совершенно магазинах. Бренды можно выбирать самые простые, масс-маркет. Потому что такие вещи, они всегда будут более органично смотреться. Они не будут смотреться, как будто бы вы надели домашний халат. И это тоже очень важно. Следующий вариант для девушек, которые планируют отдых в шикарных отелях, и до пляжа нужно как бы не то, чтобы одеться, чтобы дойти до пляжа, а просто нужно продефилировать. Вот для таких случаев у меня есть в запаснике вот такие вот брюки. Брюки на самом деле могут быть совершенно любыми, от простых джоггеров, такие, знаете, зауженные на резиночке сверху, до вот таких вот широких брючин, которые очень красиво колышутся на ветру. Это выглядит очень элегантно, и в то же время вот это, например, хлопок очень тонкий. И посмотрите, очень гладкой выделки, то есть смотрится элегантно, красиво. В нем будет совершенно не жарко, и в то же время, если вы захотите от солнышка укрыться, вы легко можете их надеть и чувствовать себя комфортно. Вот конкретно эти брюки – это бенетон. Самое главное – выбирайте натуральные ткани, избегайте полиэстер, потому что полиэстер – это очень неудобно. И к этим брюкам я предлагаю надеть вот такую вот накидушку, как ее назвать еще, я не знаю, в стилистике макраме. Почему-то у меня такая ассоциация, что это макраме, не знаю. В общем, смысл в том, что вот такая вот любая вязаная вещь, которая, по сути, не является каким-то элементом гардероба, который защищает нас от солнца, от ветра, от холода. Это просто такая декоративная штука. Ее очень круто накинуть на плечи, прямо на купальник, то есть сделать ее вместе с купальником таким одним
общим элементом. Вообще, если вы видите в магазинах из таких вот ниток, как рыболовная сеть, какие-то вещи для пляжа, они будут очень классными, здорово подойдут. И вообще, по идее, мне кажется, именно для пляжа они и сделаны. Поэтому выбирайте смело в такой технике. Могут быть платья, жилеты, могут быть сарафаны какие-то. Ну, мне вот такой вот... Такая штука тоже нравится, потому что, опять же, ее можно использовать в своем гардеробе как второй слой для каких-то более вечерних выходов. Самые идеальные ткани на лето, в принципе, это шелк и лен. Шелк, конечно, подойдет не для каждого пляжа, но если какой-то у вас прекрасный отель, где вы дефилируете, почему нет, шелк тоже будет прекрасно подходить к пляжу и отлично будет смотреться с кожей, он будет ее оттенять. Ну, а мне еще очень нравится лен, потому что лен – это ткань сугубо летняя, в ней никогда не жарко и всегда очень комфортно. У льна есть только одна особенность – он мнется. И я знаю, что многих это смущает, и часто мне задают вопросы, даже как вы относитесь к тому, что лен мнется и как с этим быть. Давайте решим так – лен мнется, точка. Это свойство ткани, и никто не ожидает от льна, что он будет идеально гладким. В этом вся его фишка, он такой немножко расслабленный, такой мешковатый. Это не значит, что эта ткань какая-то плохая. Наоборот, очень многие, я хочу сказать, миллионеры выбирают эту ткань, потому что в ней комфортно, и в этом есть такая небрежность и легкий небрежный шик. Поэтому я к льну отношусь прекрасно, но если вас беспокоит, что он мнется, просто не используйте его в своем гардеробе. Я же нашла в Манго вот такой вот классный жилет, который сейчас на мне. Днем на пляж его можно надевать прямо как платье, просто подпоясаться, и это на самом деле фактически как халат, то есть вы просто на купальник набрасываете этот халат, готовы к пляжному отдыху. Догадаться, на вечером его тоже можно накинуть, поэтому это классная вещь для отпускного гардероба. У меня на это лето грандиозные планы. Напишите мне в комментариях, какие планы у вас, куда вы собираетесь в отпуск. Но если вы хотите встретиться со мной или попасть на мои курсы и тренинги, то просто заходите на мои странички в соцсети, там всегда есть вся информация о том, где я нахожусь в данный момент. Подписывайтесь на соцсети, обязательно подписывайтесь на мой канал для того, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте пальцы вверх. На этом все. Целую, обнимаю, пока!